Всем привет, с вами Марина Холодкова. Сегодня в своем уроке я покажу вам некоторые функции, которые появились в Telegram и которые вам могут пригодиться в работе. Итак, мы заходим в наш Telegram и, к примеру, нам нужно в каком-то чате нашем, да, написать текст. И мы его хотим выделить, например, да. Вот мы пишем что угодно. Привет. Как дела? Далее мы выделяем наш текст, нажимаем правой кнопкой мышки «Форматирование». Видите, здесь у нас появляется жирный. Да? То есть, если мы выберем жирный, текст будет жирный. Дальше. Если мы выберем курсив, к примеру, да, то текст будет написан курсивом. Видите, да? Если мы выберем подчеркнутый, то у нас текст будет подчеркнутый. И так далее, да? То есть вы можете зачеркнутый сделать и так далее. То есть любой текст, после чего вы его вот здесь в Телеграме размещаете. Если вам, к примеру, нужно ссылку на ваш канал дать, да? Вы заходите сперва, копируете вашу ссылку. Ссылки, как правило, находятся вот здесь. Вот, копируете. Сохраняем. Вот, и далее, если вы хотите ссылку просто разместить, ну, я думаю, это каждый знает, как это делается. Если вы хотите, чтобы вместо вот этой ссылки в вашем чате было какое-либо слово, к примеру, слово «ссылка тут», да, кликни, то мы можем это замаскировать, нашу ссылку. То есть мы выделяем здесь. Снова заходим в форматирование и добавить ссылку. Видите, здесь у нас будет текст, а здесь у нас будет сама наша ссылка. После чего мы делаем добавить и отправляем. Все, теперь если мы тут кликнем, то мы попадем по ссылочке на наш канал. Здесь слово может быть абсолютно любым. Я думаю, что вы уже это поняли. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео. Всем пока.